совсем немного времени, два с небольшим часа, отделяет нас от торжественного официального открытия 10-го юбилейного музыкального фестиваля «Звезды на Байкале». Позвольте представить симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижер Валерий Гергиев. Мариинского театра. Солист Александр Торадзе. Дирижер Валерий Гергиев.
чтобы пригласить на эту сцену главу региона Сергея Владимировича Ерощенко и художественного руководителя фестиваля «Звезды на Байкале», народного артиста России, почетного гражданина Иркутска Дениса Леонидовича Мацуева. Слава, прошу вас. Я очень рад, что мы сделали все вместе, я напоминаю, мы и, в первую очередь, Сергей Владимирович Ерощенко, который любит фестиваль, уважает нашу культуру и понимает, что это наша гордость, это наше достояние, как часто много говорят, потому что помимо наших недр, наша культура и наши люди, которые живут в Иркутске, в Сибири, это, как я автоматически говорю, наши родственники автоматически, это национальность, сибиряк – это национальность. Я вас всех поздравляю. Фестиваль открытый. Добрый путь. На сцене, как уже сказал Денис Леонидович Мацуев, прославленный симфонический оркестр Мариинского театра оперы и балета. За одним из роялей уже очень известный пианист, который побеждал на международном юношеском конкурсе Чайковского, обладатель гран-при первых премий всевозможных европейских музыкальных фестивалей, Александр Дмитриевич Малафеев, которому в следующем месяце исполнится ровно 13 лет. За другим роялем, конечно, Денис Мацуев. А третий рояль – это большой сюрприз, чудесный сюрприз, потому что снова на сцену, как пианист, возвратился великий артист, великий маэстро Валерий Гергиев. Такой сегодняшний Thank you.